Всем привет! С вами я, Алиса. Надеюсь, все посмотрели мои прошлые 5 видео про зомби-гагу. Посылка, обзор, сравнение, макияж и конкурс. И так как на канале наконец-то 100 тысяч подписчиков, то я решила устроить еще один конкурс на зомби-гагу. И напомню, что ранее я уже проводила giveaway на этого персонажа. Так вот, я хочу поблагодарить не тех халявщиков, которые подписались во время конкурса, а после итогов отписались, а тех, кто реально и по-настоящему смотрит, любит мои видео и пишет комментарии. Ути-пути! Кстати, если вы хотите получать по электронной почте информацию о моих новых видео и конкурсах, обязательно поставьте галочку вот тут. Так вы будете первыми, кто узнает о новинках моего канала. О том, что вы сделали все правильно, вас будет оповещать рисунок со звонящим колокольчиком, у которого вокруг будут две стилизованные скобки. Данный giveaway проходит только на YouTube, и самым основным условием giveaway является регистрация на сайте bilvix.com, где нужно заполнить несложную анкету. Регистрация на сайте бесплатная. Поэтому, попав на сайт, вам необходимо найти раздел регистрации на giveaway. Вот такой вот логотип. И после недолгих танцев с бубном пройти регистрацию, занеся имя, фамилию, населенный пункт, имейл и обязательно контрольное слово, которое вам понадобится, чтобы получить свой приз. Нет необходимости упоминать, что слово должно быть достаточно необычным и желательно не название своего канала или каналов. Его нужно запомнить. Оно существует на случай взлома вашего аккаунта в социальной сети и для того, чтобы ваш приз не достался врагу. Итак, кликаем «Зарегистрироваться», ну и собственно, призы уже почти у вас в кармане. И обязательно в настройках YouTube в разделе «Каналы» снимите ограниченный доступ и откройте подписки снятием двух галочек, чтобы я смогла проверить, подписаны ли вы на мой канал. При отсутствии данных требований пользователи будут сняты с конкурса. Призом этого giveaway является хотелка многих фанатов Monster High, новая кукла Zombie Gaga, а также открытка с моим автографом. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть первое подписчиком моего канала Bilvix, второе поставить лайк этому видео, третье оставить под ним комментарий, ответив на вопрос, как давно вы смотрите наш канал и какое видео или кто сподвиг вас на подписку и просмотр наших видео. Комментарий должен состоять минимум из двух предложений, а в начале предложения должны обязательно присутствовать два хэштега Bilvix Monster High и Bilvix Monster High на двух языках. Только пишите правильно и без ошибок. Победный комментарий будет выбран случайным образом из всех комментов на данное видео с помощью специальной программы. Вы можете оставлять любое желаемое количество комментариев. И, пожалуйста, не копируйте одно и то же и не вставляйте по сотню раз, потому что YouTube может просто эти комменты отправить в спам. И, соответственно, вы не участник конкурса. Фамилию победителя можно узнать на YouTube видео с итогами конкурса. Поэтому, чтобы автоматически получить информацию об итогах конкурса, не забывайте про галочку при подписке на канал. Это шестеренка или звоночек рядом с кнопочкой «Подписаться». После подведения итогов победитель должен сам найти себя в числе победителей и отправить нам электронное письмо на почту dolls@bilvix.com с именем и тем контрольным словом, которое было указано при регистрации на сайте. Письмо желательно отправлять с того почтового ящика, который был указан при регистрации на сайте. Участвовать в розыгрыше могут жители всех стран без исключения, но помните, что отправку выигрыша мы производим только на российские почтовые адреса, либо приз можно забрать самовывозом из Москвы. Giveaway начинается прямо сейчас, а победитель будет объявлен в числах 31 марта. Точно вам не буду говорить, пусть это будет такой интригой между нами, по секрету. И победителя я объявлю в моем видео на канале, также в социальных сетях. Все ссылки я оставлю в описании, также подробное описание условий будет там же, и все остальное смотрите там же.
Желаю вам всем огромнейшей удачи в этом розыгрыше. Be cool and crazy. Жду ваших комментариев и лайков. До новых видео. Пока-пока. Встречайте, зомби Гага. Не забывайте подписываться на канал и участвовать в наших конкурсах на кукол. Всем привет, с вами я, Алиса. 25 декабря, за неделю до официального релиза куклы, в магазин belivix.com пришли куколки зомби Гага. Всех пришедших куколок я рассмотрела и, к удивлению, выявила некоторые различия между ними. Для кого-то они незначительны, а для кого-то наоборот. В общем, решать уже вам. В любом случае, надеюсь, эта информация из сегодняшнего видео будет вам интересной. Обзор и макияж на зомби Гагу я уже делала, и если вам будет интересно, переходите по ссылке в описании, или же в конце видео будут кликабельные ссылки. Хуже это или лучше, сказать трудно, тут на вкус и цвет. И не так ярко прорисованы косточки скелета. Как я и обещала, сейчас я расскажу вам об интересненьком, правда не связанном с зомби Гагой, и надеюсь, у вас не отметется желание смотреть видео дальше. Я уже воплощала образ зомби Гаги, и если вам будет интересен результат, обязательно переходите на туториал по ссылке в описании. Кукла Zombie или зомби Гага выпущена благодаря Mattel и Born This Way Foundation. Новый персонаж Monster High вдохновлен популярной певицей Леди Гага. Зомби Гага была создана как символ победы доброты, чтобы привить храбрость, помочь построить мир, в котором молодые люди понимают свои различия и могут жить в одном мире, несмотря на то, что мы все такие разные. Переходим к глазам зомби Гаги. Черные тени в большом количестве я наношу в области глаз. Заполняю пространство до бровей. И кисточкой равномерно растушевываю по краям. Белым карандашом рисую большие стрелки. Конечно, данный процесс можно сделать и с помощью теней. Все зависит от ваших возможностей или настроения. Все-таки я решила на верхнее веко добавить еще белые тени. Кукла прикреплена к коробке довольно просто и открепляется за считанные секунды. И, пожалуй, это самая долгожданная за всю жизнь монстряшка. По крайней мере для меня, но я думаю для вас тоже. И как же приятно держать ее в руках и любоваться ей. И я думаю, самое время рассмотреть ее поближе. Финальный образ куклы немного отличается от промо-фото. И, честно говоря, я даже не знаю, к лучшему ли это. Ну, наверное, к лучшему. У зомби Гаги бледный скинтон, который хорошо гармонирует с черным костюмом. Глаза большие, коричневые, на зрачке милое белое сердечко. Оно символизирует ее доброту и любовь к окружающим. А теперь давайте более подробно рассмотрим, что у нас получилось. Зомби Гага в Monster High – это подружка, которая обожает храбрых, добрых и дружелюбных. Монстры со всего мира стремятся к ней благодаря ее милому характеру, клыкастому таланту и фантастическому чувству стиля, меняющемуся с ее настроением. Ее любимый наряд – это стильный черный смокинг, в котором она чувствует себя элегантной и изысканной, одновременно демонстрируя свои татуировки и страшно модные аксессуары. Она убеждена, что каждый монстр должен носить то, что помогает ему чувствовать себя уникальным. Зомби Гага спешит распространить любовь по всему миру и приглашает всех монстров присоединиться к ней.
А теперь давайте посмотрим на задумки, которые я запланировала, и посмотрим, получилось ли у меня или нет. И для этого выключаем свет и начинаем наше шоу.